Собрали сегодня устройство, пока еще не разработаны до конца вот эти насадки. Ну, пока мы играемся еще с размером самих насадочек. Вот, горит индикатор заряда. Это тестовый образец, один из первых, которые у нас получились. Устройство у нас будет вот с такой насадочкой. Ход у нас 8 миллиметров и предусматриваются насадки разной длины в зависимости от того, какое должно быть нажатие. Ну, сейчас можно сделать небольшую демонстрацию того, как оно нажимает. Начнем с демонстрации на пульте. Также можно подкалибровать будет уровень громкости. Давай. Попробуем это теперь с компьютером проверить. Нажатие на кнопку плюс. Сейчас. Так, чтобы было лучше видно. На стоп. Давай я подержу. Просто вот так сделаю. Теперь можно проверить даже устройство без самого питания. То есть вот наш кубик. Ну, сделай какой-то звук. При срабатывании выбирается зеленый индикатор. Ну, еще небольшая демонстрация уже в автономном режиме без батареи. Ну, ниже 16 не делается. Давайте сделаем фан. Еще. Ну, можем температуру вернуть на 19 градусов. Ну, вот так вот работает устройство. Все, убирай.